Владивосток, 24 октября 2023 года, Покровский кафедральный собор, Покровский парк. Время во Владивостоке 11:20. Сегодня облачная погода, дует легкий ветерок. Но, в принципе, не холодно. Фасад собора ремонтируют, шпаклюют в данный момент, подкрашивают. Деревья с разноцветными листьями. Там воскресная школа. Мамаша с детишками гуляют. Листья желтые над городом кружатся. Собачками гуляют местные жители. Осень, осень.
осень.